Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Чебоксары присоединятся к этой дате. В этот день в 19 часов в мемориальном комплексе «Победа» состоится акция «Свеча памяти». Будут вспоминать жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга. В парке «Победы» волонтеры бесплатно раздадут свечи, а затем колонна направится к монументу славы.